Ранок на цьому продовжується, і в нас зараз зустріч з нашими гостями. До нас завітали Олександр Горшков, автор музичного фільму «Карантин», автор і режисер, так? Георгій Пригожий, актор. Тимофій Криницький, також заслужений актор. І Сергій Емельков, актор. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Рад вас вітати у нас у ранковій студії. І зараз будемо говорити про музичний фільм, який вже був показаний одеситами не тільки, можна його побачити на YouTube-каналі. Це такий досить унікальний варіант, бо музичних фільмів зараз подивитися, особливо про Одесу, не так часто можна. Розповідайте, коли, до речі, прийшла ідея розпочати цей фільм? Доброе утро. Идея пришла мне, так как я являюсь и автором сценария, и режиссером, и автором слова музыки песен. После того, когда я понял, что в Одессе давно не снимали музыкальных фильмов. То есть сейчас в основном снимают, как я их называю, говорильные фильмы. Полтора часа поговорили, и на этом все закончилось. А музыкальные фильмы – это головная боль. Это надо найти актеров, которые, помимо того, что прекрасно играют, еще должны петь. Еще немножко танцевать. Еще немножко танцевать. Вот. Надо найти поэта, который напишет слова к песням, надо найти композитора, который сочинит музыку, надо найти аранжировщика, который сделает, надо найти музыкантов, надо найти профессиональную студию, чтобы это все записать. То есть это такая головная боль. Так. Легче собрались вдвоем, поговорили, кто у кого какие проблемы, мыльная опера, и на этом все закончилось. Вот, поэтому, когда я все это посмотрел, а, наверное, последнее было в Одессе такой фильм, это «Белая акация», где еще Михаил Водяной был. Вот, и пришла такая идея. Я собрал, на мой взгляд, лучших актеров, артистов, певцов в Одессе. И мы сделали первую серию. Она идет 1 час 17 минут. Называется музыкальный фильм «Карантин». Вторая серия будет называться «Выборы в Одессе». Тоже очень актуальная тема сейчас. И третья будет называться серия «У Черного моря». Вот такая трилогия будет. Всего будет звучать 39 песен. Вот. Мы сейчас ведем переговоры с книгой рекордов Гиннесса в Украине, потому что такого, естественно, никто никогда не делал. И эта песня не просто одна, как за другой, непонятно, винегрет, а они логически вставлены в сюжетную канву, в сценарий. Это не фильм, а взагалі такой мини-сериал. Да, это мини-сериал, три серии, да. Только у нас каждая серия идет не 30 минут, как вот идут сериалы, а у нас она идет час 17, час 18 минут. Я хочу сразу, чтобы не забыл, Толя, передать огромное спасибо всем, потому что бюджет фильма равен 0,0 гривен, 0,0 копеек. Ну вот, я не знаю, войдем мы в книгу рекордов Гиннесса Украины, но вот по этому рекорду, что мы не получили на этот фильм ни одной копейки, это однозначно. Как вам это удалось? Ну вот просто вот такие хорошие, добрые люди. Вот у меня первая встреча, это ведущий артист музыкальной комедии, заслуженный артист Украины Тимофей Криницкий. Когда я посмотрел их в работе, в спектакле, я пришел и говорю: «Тимофей, вот я видел вашу работу, я хотел, чтобы вы приняли участие. Гонорар». Я говорю: 0,0 гривен, 0,0 копеек. Он говорит: «Меня это устраивает». И вот так со всеми приблизительно. Ну, предварительно, конечно, дал я почитать сценарий, предварительно послушали песни. Огромное спасибо оператору нашему главному, Алексею Остраховичу. Я знаю, он нас сейчас смотрит. Алексей, привет и спасибо. Вот. Также Юрий Ергиев, Лилия Бех-Духновская, Валентин Сичинский, кафе «Мишка Япончик» на Мясоедовской, Саша Доманов, театр Перуцкого, яхта «Черная жемчужина». Принимало участие более 50 человек. И все работали, как сова в мультфильме говорила, безвозмездно. Поэтому огромное всем спасибо. Вот же, про що цей фільм? До акторів в мене питання. У меня, например, мой персонаж Костя Музыченко, он капитан яхты «Черная жемчужина». У меня о любви
То есть я влюбился в свою Соню Синичкину, и в конечном итоге у нас все получилось. Но опять же, тут еще Конвалов Александр Васильевич, он же вплел и банду, и бриллианты. Контрабанду. Да. То есть закрутил так, как можно только закрутить в Одессе. То есть разруливать, смотреть и разруливать. Що було найскладнішим під час роботи над цим фільмом для вас, як для акторів? Ну, так как это все делалось оперативно, то нужно было мгновенно понимать все задачи и установки нашего художественного капитана, вдохновителя Александра Васильевича, и пытаться это максимально быстро реализовывать. Для вас, як для режиссера, що було найскладнішим? Вы знаете, я получил огромное удовольствие, как говорят, от процесса. Я не знаю результата, о результате пусть будут оценку давать зрители. Мне понравилась работа. Я сам не одессит, я приехал из Севастополя. И для меня было приятно. Новые люди, новая обстановка. Получил огромное удовольствие. Если бы этот фильм снимался, я еще раз говорю, за деньги, наверное, была бы какая-то сложность. А так все понимали, что делаем общее дело. Это можно действительно назвать народный одесский музыкальный фильм. Народный, это без всякого преувеличения. Конечно, если бы были деньги, если бы был хотя бы 1 миллиардный процент Кемерона, который снимал «Титаник», ну, наверное, он бы был по уровню, по профессионализму выше. Ну, естественно. Как мой друг Юра сказал, за деньги, говорит, и дурак может снять. Вот попробуйте без единой копейки снять. Вот здесь немножко, да. Ну, а так, все молодцы. Я хочу сказать огромное спасибо. Я знаю, нас смотрит заслуженная артистка Украины Елена Юрчук. Она также приехала со мной. Это звезда крымской эстрады. Там ее, как говорится, каждая собака и каждый человек от мала до велика знает. Здесь она вот только... Вот, она там эпизодичную роль, но я ее попросил, она сыграла. Там Дмитрий Олешко сыграл, Александр Перуцкий сыграл, Миша Иванов Стюза сыграл. То есть, ну, просто букет. Я знаю, они сейчас все смотрят. Поэтому я вот хочу сказать... Огромное спасибо. Вот правая моя рука. Я в фильме играю главного бандита Молдаванки, а Жора Чикага играет мою правую руку. Он и сидит по правую руку. No. А як ваші враження від зйомок фільму, від того результату, який получився? Лично я очень доволен, но главное, конечно, что скажут люди. Вот. Как говорится, Одесса фас, а Молдаванка профиль. Uh-huh. Вот. Мы показываем то, что не видно. Вот. И то, что на протяжении жизни мы видели, но сейчас этого нет. Вот. Мы попытались как бы в исполнении актеров ролей показать то, что, наверное, исчезнет скоро. Ви відтворювали дух тієї старої славетної Одеси, так? Молдаванки, всіх цих історій, пригод. Ну, в піснях, да. Мы там затрагиваем дух, колорит. Вот она выполнена, то есть время происходит где-то в наше время, но так как я сказал, 13 песен, мы окунаемся и туда, в глубину. Mm-hmm. И именно кто-то говорит сейчас, что они там поют, какие-то шансоны, блатняки и так далее. Как Проня Прокоповна, помните, там она говорила, говорит, давайте будем по-моднему, по-французскому. Mm-hmm. Да обождите по-моднему, по-французскому. Одессу маму знают, потому что у нее есть такой дух. Это не Запорожье, это не мой родной город Мелитополь. Это не... И вот давайте это все уничтожим и будем по-моднему, по-французскому. Угу. Приезжает 5 миллионов отдыхающих в Одессу. 5 миллионов. Они приезжают за Черным морем, они приезжают за колоритом, который есть только в Одессе, и больше его нет. Давайте убивать. Ну, не надо это делать, убивать. Я знаю, что кому-то не нравится, это вполне нормально. Кто-то любит оливье, кто-то винегрет. Это допустимо, никто не заставляет любить. Но нельзя этот колорит забывать. Мы не пропагандируем бандитизм, это все условности, это все художественный вымысел.
Поэтому надо посмотреть в Ютубе музыкальный фильм «Карантин». Отже, у кожного є можливість оцінити, що вдалося зробити. Принаймні, скільки часу було потрібно для того, щоб зробити цей фільм? Ну, от ми знімали десь місяця три. Місяця три знімали. Ну, а если то, что я говорил с самого начала, если учесть написание песен, аранжировки, студия звукозаписи, музыкантов, саундчеки и так далее, это намного больше, потому что это очень рутинная и тяжелая профессиональная работа. Я так розумію, що ви почали знімати цей фільм ще до карантину, так? Да, ми тоді ще слово «карантин» ніхто взагалі не знав в мірі. Вообще ніхто не знав. А коли це почалося, були якісь складнощі, на які ви не розраховувались? Чимось таким? Ну от ми знімали, огромное спасибо Віктору, капітану яхти «Чорна жемчужина». Ми коли прийшли туди, він навіть где-то, коли я йому розказав, хто ми, що ми і так далі, він навіть некоторые круїзні рейси, такі екскурсії, відмінив. Тобто йому говорить, а яхта попаде в кіно, тому що мене тут многі обманували. І «Монатик» приходив, знімались, і хто тільки не знімався. Наснімають, я круїзи відміню, а в итоге нас не показують. Я йому бартера. Да, я йому, да. Ну, вот такие вот сложности немножко были, чтобы попадать в обойму, когда у них есть окно. А так относились все очень по-хорошему. Наступні фільми вже готуються, так? Да, написан сценарій, написано, як я сказав, уже 13 серій, в кожній серії по 13 пісень. Это вибори в Одесі. Вот у нас Абрам Маркович Сидоров, он боцман. А? Я думала, кандидат. Кандидат? Ну, в первой, значит, в первом. Боцман, а во второй он выдвигает в первой серии кандидатуру свою в мэры Одессы. И вот вокруг... Ну, пообещай ты что-то для кандидата. Красиво пообещай. Я обещаю, но это не мое, что летом пойдет снег, а зимой будет жара. Ой, ну, знаешь, я справлюсь. Да, и вот вокруг вот этого действия, ну, опять же, это будет в музыкальной форме, а секрет, финал, я не буду раскрывать, но что фокус становится неинтересным. Вот, ну, думаю, довольно-таки будет интрига неожиданная во второй серии. Будем надеяться. Так, на фильмах зазвичай продюсеры, режиссеры, актеры зарабатывают гроши. Вы взагалі не думали про это? Или чи є якісь... Оля, я уловил твой ответ, и я вопрос, и я сразу тебе отвечаю. Значит, с самого начала, когда мы собрались, я сказал, ребята, я как режиссер, сценарист, продюсер и все остальное. Я не ставлю себе задачу заработать. Объясняю почему. Потому что, чтобы потом не возникало, как и все работают бесплатно. Потом я, допустим, где-то его продаем на какой-то канал, на какие-то там зарабатываю, а люди говорят, Александр Васильевич, дорогой мой, мы же тоже вкалывали. А ты, наверное, там себе втихаря где-то там мешочек доляры запрятал, а нам на мороженое не дай. Поэтому я с самого начала сказал, мы его выложим в доступ в соцсети. Что мы и сделали. Как только у нас состоялся закрытый показ 13 марта в кафе «Мишки Япончик», мы его тут же выложили в открытые соцсети. Пожалуйста, смотрите. Естественно, после этого уже никто его нигде, вы знаете, вы телевизионщики, никто уже не будет брать, и никакие кинофестивали, потому что там есть свои условия, раньше нигде нельзя. То есть я даже пошел на это. Я пошел на это, чтобы это было для людей, чтобы люди не ходили ни билеты, ни деньги. Народный фильм в прямом смысле. Все бесплатно снимались, все бесплатно пусть смотрят. Отже, для чего вы это делали? Я в культуре очень давно. Я являюсь заслуженным деятелем искусств АРК, заслуженным работником культуры Украины, заслуженным деятелем искусства Украины, капитаном первого ранга, руководил самым большим профессиональным ансамблем в Украине, 130 профессиональных артистов. Я всю жизнь занимаюсь творчеством. Я сделал 8 мюзиклов в Крыму, написал 13 книг и так далее, и так далее. Поэтому это мое существо.
То есть это вот как такой наркотик своеобразный. Угу. Думаешь, да нет, вот уже буду завязывать с этим делом, пойду рыбу половлю, домино, пиво попью. И не выходит. Угу. Он где-то всплывает, вот и все. Вот для чего это делается? Это невозможно уже от этого уйти. Еще раз повторяюсь. И для того, что в Одессе и в Украине вот такой жанр, ну, ближайшие лет 70 не снимался. Угу. Его можно критиковать там, за какие-то технические там, моменты, еще там за что-то. Но вот за сам жанр, я вот сейчас мне звонят из Израиля, из Соединенных Штатов Америки. Говорят, вы знаете, говорят, какой-то бальзам. Показали Аркадию, вот там Ноэ хает ее. Говорят, ой, раньше была шедевр Аркадия, а сейчас плохая. Мы, говорит, посмотрели, какая сейчас прекрасная Аркадия, европейская. То есть это все это творчество. Це залежить від того, як сняти все і показати, з якого ракурсу. Да, да. Мы надеемся, что в первую очередь одесситам понравится. Поэтому еще раз напоминаю, смотрите на YouTube музыкальный фильм «Карантин». Надеюсь, вам понравится. Отже, можно в пошуку забити музичний фільм «Карантин». І, до речі, ви побачите ось цей фільм, який був знятий одеситами про Одесу і з музикою про Одесу. І це дійсно щось унікальне, яке не знімали дуже давно. Дякую вам за те, що прийшли до нас сьогодні у гості. Хочеться побажати вам творчої наснаги і щоб вас було ще багато сил для того, щоб продовжити це робити. Будемо очікувати наступні серії цього музичного серіалу і будемо сподіватися, що це буде дійсно така народна, від народної любові, від народної праці, такою спільною, до народної любові. Вам бажаємо. Спасибо. Ну, а ранок на цьому продовжиться через декілька хвилин після реклами.